Доброго времени суток, дорогие друзья. Помним мы, что мы остановились в прошлой миссии на том, что мы захватили городок здесь. И у нас появляются бьорлинги. Это такие вот хаоситы, скажем так. Да? Они нагло приперлись на нашу территорию. Ну, конечно же, эта территория пока не наша, но тем не менее, они нагло приперлись. И нужно их отсюда прогонять. Мы с ними воюем. Так, 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 ребятки. И вот здесь вот еще одна армия хаоса. Это очень печально. Точнее, это не хаос еще, но тем не менее, это все равно печально, потому что это новые враги. Кое-как мы разбираемся тут с гномами, с повстанцами. Надо здесь все повырезать, чтобы наконец-таки здесь настроение было у всех хорошее, и чтобы мы жили в мире и радости. Так, Каракозул, Каракозул. Что нам такого построить здесь, чтобы было классно? А было бы неплохо, в принципе, ну, Каракозул далековат. Еще вот здесь вот было бы неплохо на черном... Нет, не на черном утесе. На 8 пиков Карака построить здание для конницы. На Каракозул же нам бы построить... Так, это что у нас? Нарост. Нарост не нужно нам строить здание. Здесь 6840. Дороговато сейчас для меня это. По сути дела, здесь я больше особо так никаких серьезных зданиях и не нуждаюсь. На атаку? Ну, какой смысл здесь мне строить здание на атаку. Ну вот единственное, что вот это вот я бы построил. Ну нет, не буду, короче, ничего пока строить. Поберегу денежки для других целей. Так, сейчас, сейчас наша задача атаковать вот эту армию. Ульф Дьёвик. Давайте мы ее атакуем. Он, смотрите, нагло даже не отступает. Я думаю, что битва будет не на жизнь, а на смерть. Хотя, тем не менее, посмотрите, какая вероятность того, что я победю. Давайте я про... Хотя, да, зря, наверное, надо было, ребят, я как-то поздновато немножко. Пополнение отрядов возьмем. Надо было все-таки, ребят, биться вручную, посмотреть, что, как. А то как-то даже получается неинтересно, когда просто автобитва. Ну, нету такого вот. Так, очередные трофеи после битвы. Свойство устрашающий вид, ужасающий вид. Хорошо, здесь у меня, смотрите, смотрите-ка, здесь идет уже этот скверна. Вампирская, да, или какая? Скверна хаоса. Ну, надо нам эту армию добивать, иначе она еще может где-то восстановиться и все равно натворить бед. Давайте все равно сейчас уже, в принципе, сейчас уже промотаем. Как бы в любом случае она сократилась и уже будет действительно неинтересно. Просто будет, скажем так, избиение младенца. Уничтожили мы эту армию, находит свою смерть в бою за провинцию Акендорф, восточное пограничное княжество. Ладненько, находит свою смерть. Так, понаходили тут свою смерть. Трофеи после битвы плюс 7%. Вау, 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 вау. Как много. Так, давайте ускоренный марш и выйдем с этой территории. Да, вот замечательно. И уже пошел рост моих войск. Так, Варенкийские холмы. Здесь мы можем взять себе на денежку сразу же. Отбились, очень даже неплохо отбились. Сейчас прямым ходом идем на железную скалу. Нанимаем великана и идем на Свингор Карасон. А может быть, мы сначала на Свингора пойдем, а потом туда. Будет видно по ходу действий, куда же двинется Свингор. Здесь еще, помимо всего прочего, Черный утес осаждают. Очень-очень плохая вещь. Давайте точность. Дальше точность мы... И Гримгору мы также берем... Что? Нанесение ран. Сила оружия плюс 6. Сила оружия плюс 6. Да, это мы и берем. Дальше. Итак, проматываем.
Жители этой провинции посмели поднять бунт. Да наглецы, просто наглецы. Заказное убийство успех, попытка совершить убийство в провинции 8 пиков Карака. Так, кого-то они там уже ранили опять в очередной раз. Нам стало известно, что армия засада, покорность падает. Так, опять засада. Недовольство. Да что ж ты будешь делать? Одни недостатки. Так, здесь смотрите, в принципе войска уже почти. Так, сколько здесь ходов? Еще 9. Так, давайте мы черный пик атакуем. Так, или нам еще один ход. Да нет, зачем? Какой смысл нам еще один ход стоять, ждать? Мы здесь на автобитве сейчас быстренько возьмем. Ну, в принципе, по-другому-то тут смысл какой. Вот. Что это такое? Покорив эту фракцию, вы станете ее сюзереном. Она будет повиноваться вашим приказам и платить вам дань на каждом ходу. Нет. Я просто оккупирую. А провинция будет полностью моя. Зачем мне вот этот вот... Фигня, короче. Трофеи после битвы. Вражеский герой. Так, указы. Кривой месяц навсегда в прошлом. От этой фракции не осталось ничего. Это просто замечательно, ребят. Это просто супер. Так, значит, провинция опять вернулась в лоно. Так, дальше здесь доля вымогательных средств. Что у нас тут? Минус 6%. Почему? Потому что здесь еще есть враги. Доля вымогаемых средств плюс 5%. Рост плюс покорность плюс 2. Давайте вот это возьмем на данный момент. Дальше, наверное, один ход я все-таки здесь простою. Ну, в любом случае, я двигаться пока не могу. А потом уже пойду разбираться вот с этими вот негодяями. Просто подлецами. Здесь бюрлинги, посмотрите. Еще одна армия недокоцанная. И также еще одна армия недокоцанная. Ладно. Давайте так вот. Не можем атаковать. Но, тем не менее, побежим мы к нему. Так, а если еще ускоренный врубить? Давайте к железной скале поближе приближусь. А там уже будет видно. Так, кого-то еще отправили отдыхать через 2 хода. Так, я понял. Ну, ничего страшного, осталось подождать совсем чуть-чуть. Так, дальше, значит, здесь 6-й уже уровень, прикольненько. Никто, кстати, чудило не поднял. Ладно. Сейчас мы нападем вот на эту армию и будем биться в онлайн-режиме. Ага. Да, именно так, ребята. Так, по деньгам у нас есть неплохо. Что мы здесь из зданий можем еще построить? Карак Азул. Ну, тут нам ничего не надо, по сути дела. Я бы единственное, конечно, что построил здесь, это вот 5-й уровень. Но пока избыток населения не позволяет. Давайте дальше. Так, Крамсала Костоло. Мятежники начали осаду поселения 8 пиков Карака. Грабит провинцию Железная Скала, покорность падает. Новые, те убежали, да? Не хотят они здесь со мной. Блин, все-таки нужно еще один ход постоять. Ну, посмотрите, сколько еще восстановится. Не хочется как-то... Да, не хочется... Да, это за счет, кстати, ребята, вот этих вот зданий, которые дают рост и скорость восполнения потерь. Очень-очень хорошая вещь. Здесь он аж плюс 4% будет. Ну, пока не будем строить. Это пока нам не нужно. Так, значит, здесь мы находимся. Ну, это... Давайте уничтожим ту армию, которая находится рядышком. Мы... Вот смотрите, они даже не убегают. Они сразу с первого хода, даже без, как говорится, убегания, мы их просто рвем. Решительная победа. Скорость восполнения потерь берем.
Так, находит свою смерть в бою. Это просто замечательно. Залазим сюда, берем. А почему? Не понял. А, потому что здесь. Ну-ка, если я выйду, посмотрю. Если я выйду, я посмотрю сейчас. Что я тут могу сделать? В принципе, даже учитывая, что у меня здесь достаточно крупная армия, два великана, шансы на победу у меня очень-очень низки. Ну ладно. Ладно, значит, великанов мы нанять не можем. Угу. Если мы не можем нанять великанов, то нам, по сути дела, в городе нет смысла находиться. Прошу прощения, ребят. Так, этот один ход, и, возможно, мы перейдем сюда. Ладно, короче, ребят, давайте мы на ускоренном марше подойдем вот сюда. А там уже дальше будет видно, куда мы пойдем. Вот сюда вот или вот сюда, там посмотрим. Разберемся. Так, в принципе, все пока у нас складывается хорошо. Варенкийские холмы, здесь построилось здание. Замечательно, давайте. Так, строительство стен вокруг поселения. Значит, вот это вот построим. И вот это. Нам стены будут нужны. Третий уровень надо будет потом как можно быстрее липануть. Так, да? В принципе, все. Ага, так, что такое? В следующей провинции есть постройки, которым требуется ремонт. Вау. Но в осаде поселения, поэтому все равно. Так, Гримгор Железношкурм. Ага, в Агах в регионе Железная Скала. Ваг! Это круто! Вожак гоблина Виша Злодей вернулся и готов снова служить нам. Это классно. Недовольство. Так, ну теперь, ребят, все будет хорошо, ребята. Сейчас мы с Ваком разрулим ситуацию просто классно. Так, давайте мы продвигаемся сюда по максимуму близко. Дальше Вак идет атаковать гномов. Ты идешь. Подземные пути. Что так? Так подземными путями еще медленнее. Давайте вот сюда. И пробежимся мы вот таким вот образом. Вау. Путь по горам опасен. Блин, так. Ладно, в принципе, пока тут ничего страшного в этом нет. Варенкийские холмы, здания строятся. Повышение ранга чудила Эдбуд до 13-го. Это круто. Так, что у нас у него классного? Так, для артиллерии. Кстати, артиллерии я использую очень много. Размер ауры, это ладно. Натиски для всадник. Ну-ка, для всадников давайте посмотрим на его армию. Артиллерия, всадников мало, по сути дела. Будет артиллерия и пехота у этого чудилы. Давайте мы сначала возьмем артиллерию. Просто хочу уже не пять родной земли, чтобы врубить вот это вот плюс дисциплина, плюс защита, чтобы была эта способность. Потом уже можно ему и магию прокачать. Это мы сделаем. Качается он у нас, правда, медленновато, но сейчас у него будет уже хорошая армия, будет много возможностей воевать, и поэтому мы... Так, вот, вернулся наш, кстати, злодей Вишус. Это который? Который что дает? Который дает... Давайте-ка мы сейчас сюда подойдем, ребятки, и потом мы попробуем кого-нибудь из этих чувачков-то убить. Да, мы такие. Так, ребята. Так. Рост плюс 20 и покорность плюс 2. Покорность пока у нас на нуле. Так давайте мы тогда выберем стоимость найма для сухопутных войск, либо доля вымогаемых средств плюс 5%. Давайте мы возьмем средства, потому что денег нам не хватает. Так. Значит, все-таки на корабль...
что мен напали, да? Я думаю, что мы отобьемся от этих ребят. Уже неоднократно это было. И в этот раз мы также спокойненько отобьемся. Так, на защиту наших стен. Так, лучники. Лучники немножко стоят не там. Давайте мы расстановим орков сюда. Так, не ту кнопочку нажал. Отряд сюда, лучники сюда, соответственно. Дальше эти пускай здесь находятся. Что-то здесь многовато, вы не находите отрядов. И так, 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 опять я что-то... Кривые руки. Вот сюда вернем. Отрядик сюда, и где-то внизу должен стоять еще один отрядик. Мы поставим вот сюда. Тролли наши, огры, стоят здесь, где надо. Одни с этой стороны, одни с этой... Это в плане конницы. Все, все... А, нет, не все, ребята, не все, ничего подобного. Вот этих вот стрелков надо поставить сюда. Да что ж ты будешь делать? Почему? Потому что... Чтобы работали башни. Да-да-да. Начинаем битву. Начинаем. Башни загружаются. Мы атакуем. Пошли, загрузка башен. Все стреляют, все стреляют. Так, поехали, поехали. Посмотрим давайте на войска. Кто тут, что тут? Ты кто? Ты что вообще, а? Вот. Давай, давай. Мертвый. Они идут и даже вон испускают зловонный дым. Ух ты, вот. Кровь просто брызжет. Мне казалось, кровь у них должна быть зеленой. Не резала, недоработка разработчиков. Покрасили кровь троллей или даже нет, кто эти, как их, ну короче, вот их в красный цвет. Зачем нужен-то ведь зеленый? Так, 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 вперед, 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 мои верные лучники, гасим этих орков желтых. Так, 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 ну и как тут у нас дела-то на остальных фронтах? О, смотрите, они тут подошли и еще даже накидывают по нам, наглецы. Так, в зону обстрела этих еще никто не подошел, да? Я так понимаю. Ну, немножко можно подускориться. Чуть-чуть, чтобы они уж подвели свои. Вот, 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 вот. Давайте посмотрим, они начинают вылазить и прямо под моих орков. Давайте, давайте. Атакуем, атакуем. Атакуем. Сегодня мы их атакуем. Так. Все, ребятки справляются. В принципе, я думаю, что никаких больших, серьезных проблем это не должно возникнуть. Точнее, у них не должно с этим делом. Так, здесь война идет. Здесь война идет. Все хорошо. А неужели здесь лезут на стену? Да, вот поганые тролли. Вот поганцы. Так. Здесь стоит отряд, который никому ничего не делает. Ни с кем не воюет. Лучники, давайте вот сюда. Отходите. Отходите. Я же сказал, отходите. Так, что тут со стенами? Стены долбят. Долбостены, короче. Долбят. Так, что-то их тут очень много поднялось-то, вы заметили? Это плохо. Пробежимся по стенам. Как тут обстоят дела? Визуально посмотрим. Бьются? Бьются. Никаких проблем пока серьезных не возникает. Это круто. Так, ну нормальненько все, пока нормальненько. Так, тут у нас, почему их никто не атакует? Они вроде бы вылезли, а атаковать никто их и не атакует. Столпилось тут такое полчище такое и просто зажато, двигаться никуда не может. Я не понял, вы куда? Собственно говоря.
нескончаемым потоком эти гады-то атакуют. Ворота разбиты. Ворота разбиты, и здесь уже идет... Блин, и они уже убегают, а я как-то прозевал этот момент. Ребят, вообще прозевал. Вот вообще. Наверное, пока я там по стенам бродил, моих троллей и начали троллить. Троллят моих троллей. И уже захватывают даже тут что-то. Тут пытаются какие-то тут они... Терки тут у них. Это плохо, ребята, это плохо. Вот этот отряд куда-то усиленно бежит. Ну давайте, если вы уже слезли со стен, то в принципе... Так, ты здесь с этой стороны, как у нас обстоят дела? Да хреново, если честно. Так, вот, атакуй. Ты этих атакуй. Как у нас тут? Как у нас тут? Блин, окружены. Но ничего, развернуться. Пока у нас тут, в принципе, с этой стороны преимущество. Пока у нас здесь преимущество. А вы разворачиваетесь сюда, а вы долбите этих. Так, один отрядик. Спускайся. Тебе тут не место. А вот сюда. Да, лучники все. Этот отряд пока воюет. Здесь, блин, тоже пока война. Так. Так, ты тоже, в принципе, как отряд, ты там не нужен. Давай-ка ты вот тут вот помоги. Ты. Мое предложение бежать сюда в помощь. Блин. Давай. А, здесь у них генерал просто. Вот почему, я понял. Здесь просто генерал, я думаю, что не могу так нацелиться. Так, один отряд моей конницы уже драпает. Угу. Ну, здесь пока все хорошо. Здесь пока все хорошо. Так, давай, стреляй, стреляй. Их-то тут осталось. Блин, а я ведь сейчас могу и потерять это. Вот я, блин. Давай-ка вот сюда. Хоть вы и лучники, но... Блин, как-то так все неожиданно не в нашу сторону слаживается. Так, главное сейчас убить их командира, и возможно, они побегут. Давайте-ка быстрее захватываем. Давай, быстрее. Так, лучники тут еще по ком-то стреляют. Ну да, стреляют. Так, вот этот отрядик. Слазим. Так, воюем. Слазим и давай бежим сюда. Ну, успеть. 14 осталось. Блин, могу потерять. Ай, блин, из-за того, что увлекся слишком. Вот же ж, ё-моё. Все, блин. Лапух. Лапух. Внизу надо было оставить все-таки один отряд, чтобы он просто стоял и прикрывал вот этот вход. И все бы было хорошо. Доблестное поражение. Да, я тут должен был выигрывать вообще без вариантов, но неожиданно упустил из виду ворота, и они туда прошли, в эти ворота, и захватили тем самым Каратомин. Печально, очень-очень печально. Да, я в принципе... Так, 8 пиков Карака также атакуют. И вот здесь вот уже в принципе нельзя допустить эту ошибку. Нужно не упускать из виду, ребят, этот
Но здесь будет сложнее. Здесь будет намного сложнее. Здесь меньше пехоты. Причем здесь... Блин, да здесь вообще, ребят, без вариантов. Да, здесь вообще без вариантов. Давайте, авторасчет. У меня здесь идет армия, и она просто захватит обратно это поселение. Бессмысленно, они ворвутся. Вот просто, у меня нет войск. Просто-напросто нет войск. Да, за один ход теряю два поселения. Это же надо умудриться еще так, блин. Круто, наша армия Ваха замочила врага нафиг. Так, армия Вах, полное поражение. Сегодня день скорби. Так, они и выиграли, и проиграли. Захватывают наше поселение. Каратомин, это катастрофа. Так, да, я понимаю, катастрофа. Наверное, вот этот вот чувачок нашу армию-то и... А, нет. Нет, нет, нет. С кем-то он воевал, если армия выжила. Так, ладно. Давайте. Эта армия идет, идет, идет. И захватывает обратно 8 пиков Карака. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что это за такое уже? Я думал, тут уже не будет никаких проблем, а тут, оказывается, на авторасчете пока не получится. Ой, нам две штуки не надо. Поэтому берем пока осадные машины и стоим, ждем. Армия у них-то, по сути дела, говно. Да давайте вообще сражаться. Так-так-так, у нас здесь шаман же командует нашей армадой. Так, ладно, играть не стоит. Ветромагии и так, в принципе, у нас нормальная. Начать развертывание. Начать, конечно же, так, давайте. Наши баллисты мы... Так, Ctrl-1, в принципе. На стену можно отправлять только 4 отряда. Мы их отправим вот с одной стороны. Так, расположим их вот таким вот образом. Паучков пока оттянем назад. Нету смысла их там держать сейчас. Так, эти будут работать. Троллей наштурмовать ворота. Ну, пока не стоит, пока не стоит. Так, значит, сразу же атакуем ворота. На стены вперед и на стены вперед. Не будем распылять войска, сразу брать там со всех сторон стены. О, у нас тут открытые дырки. Вперед, ребята, вперед. Вперед. Так, стрелки. Стрелки. Давайте поближе стреляйте. Так, у нас разбитые стены тут. Вообще им не оставим шансов. Так, дальше. Шаманчик. А, у него тут совсем... А, нет, вот же магия у него. Минус атака в ближнем бою. Что это? Сопротивление урону. Дисциплина. Урон сквозь доспехи. Так, это баф. Так, тут что у нас? Несокрушимость. Плюс 50% шанс магической ошибки. Так, ворота раздолбаны. Раздолбаны ворота. И давайте мочим вот так вот. Тролли. Тролли. Вперед вот сюда. Вы вот сюда. Дальше. Паучки. Давайте вперед. Черные орки. Также сюда. Быстренько, быстренько. Шаман. Так. Давай-ка мы вот сюда магию используем. Пусть идет. Так, несокрушимость, сопротивление урону, дисциплина. Минус 34 атака в ближнем бою. Так, что стоим? Вперед, 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 вперед. Атакуем. Атакуем. Никто не стоит.
Давайте мы, кстати, здесь посмотрим, как у нас тут обстоят дела, как наши тролли справляются. В принципе, на ура справляются, ребята. В принципе, на ура. Так, подошли войска и стоят. Надо быстренько их направлять в битву. В принципе, битва, ну, несложная. Я не знаю, почему так компьютер там распределил вероятность победы, да. Ну да, численность у них большая. Но... Так, куда? Катапульты, куда? Вот сюда стреляйте, если вы можете это делать. Так, кто-то уже побежал. Шаман. Шаман. Минус 34. Давайте-ка мы... А, и подходи. Это значит, что ты должен стоять рядом. Так, вот так вот. Дальше. Где наши пауки? Вот сюда давайте. Давайте вот сюда. Тролли отошли. И вперед обратно на атаку. Так, на стенах как тут у нас обстоят дела? На стенах обстоят дела нормально, только их обстреливают. А так все хорошо. Орки, не стоим. Никто не стоит. А, вот еще рядышком же есть войска. Туда идем и атакуем. Башни уже наши, башни лупят по ним. Так, первый. Сюда вот куда-то так вот как-то стреляйте, давайте. Так, вот этих вот. Вот, посмотрите, сколько тут войск. Так. Сопротивление урону. Несокрушимость. Плюс 16, дисциплина. Все, что можно, магическая шан. Этот. Так, здесь вас немного случайно. Давайте. Так, лучники, вот сюда. Стреляйте. Блин, чё ж вы так близко-то подъехали? Вот туда отъезжайте. Тролли, вперед! Не стоим. Все давайте, все в атаку. Паучки уже куда-то убегают. Восстановление заблокировано. Почему? Один раз можно использовать только. Плюс 16 дисциплину. Врубаем. Так, несокрушимость. Давайте давим их. Давим. Не понял я. Давим вперед. Все в атаку. Давайте вот им. Все в атаку. Так, конница. Давайте-ка вы, лучники, заходите внутрь. Так, дальше. Здесь у нас. Блин. Фигово обстоит дела. Давайте-ка. Слишком много у них как-то лучников. Вообще, вот просто лучники стреляют. Просто трындец. Гасят без перерыва. Так. Так. Давайте. Хотя бы заткните их. Стрелков. На лучников. Магия. Плюс 16 дисциплина.
Так. Все вперед, все в атаку. Так, вы, конница так называемая, моя ядреная. Давайте-ка на лучников. Так, здесь расправились. Вперед на этих. Конница, давай, 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 не останавливаемся. Мы их валим. Мы их валим. Вот магия у него только одна магическая фигня. Но... Не, ну в принципе она хороша, эта магическая фигня. Но тем не менее... Давайте продвигайтесь вперед, блин, уничтожайте вы этих лучников. Не-не-не, вот сюда. Давайте, давайте, давайте. А вот появляется их главарь. Вперед на главаря. Вперед на главаря. Так, здесь у нас все. Куда вы вообще едете? Я ума не приложу. Что у нас тут вообще происходит? Тут такая тусня. Просто фиг знает, кто за кого. Да, тут фиг разберешься. Все красные. А, ну тут вот. Чувак. Так, давай-ка. Вот так вот сделаем. Конница уже побежала. На лучников. На лучников. Так, дисциплину. Так. Урону сопротивления. Ну, все, смотрите, моментом. Моментом просто окружили и уничтожили. Ну, неплохо, коряво, но неплохо. Более-менее так разрозненно все было, но победили и круто. Незначительная победа. Ну что ж, самое главное то, что мы забрали поселение себе назад. 2251 мы заработали, просто оккупируем. И сейчас будем восстанавливать эти 8 пиков Карака. Нам надо восстановить их очень-очень хорошо. Так, в первую очередь отремонтировать. Здесь еще далеко до этого дела, поэтому... Давайте на рост в первую очередь стыкнем. Так, армия, пускай пока восстанавливается. Все живы, все, ну, смотрите, как подняли уровни. Ну, потому что они там наколбасили. Мама, не горюй. Все подняли уровень, это просто, просто круто. Так, одно из поселений вернули. В принципе, все у нас здесь нормально. Даже вернулась наша... Так, это Каракозул у нас полный. Так, Каракозул, да. Здесь мы на доход. И здесь нам надо третий уровень. Но пока по деньгам давайте-ка мы... Не будем спешить с постройками. Скинем все. Приведем нашего... Хотя там первый уровень. Оно стоит-то не очень дорого. 618. Давайте сделаем. Так, потеряли мы Каратомин, поэтому нужно идти все это возвращать обратно. Форт Кривой Клык также. Вот эти три поселения и Скорбь Валай тоже. Ну, потихоньку все у нас возвращается. Уничтожили мы тот месяц, уничтожили здесь, захватили. Достаточно быстро будет восполнение за ход 9. 4 хода, чтобы восстановиться. Нормально, по сути дела. Так, дальше. Этот персонаж.
Продвинься-ка. Эй, давайте посмотрим, если я выйду с поселения, он будет участвовать в битве, интересно, или нет. Вишус Вислая Харя. Да-да-да, это, кстати, про него. Нет, не участвует, поэтому я не выхожу. Посмотрите, ну, гарнизон просто, просто супер классный, просто классный. Так, ну, тем не менее, это плоховато, что мы не можем принимать участие. Так, давайте посмотрим. Единственное плохо здесь, что у нас, видите, как сказать, войска потрепанные. Войска потрепанные. А здесь войска в хорошем состоянии. Нам нужно по-любому сбивать. Ты, я ведь тебя отправлял вот на него. Так. Так. Давайте, наверное, еще ходик подождем. Еще ходик подождем. Просто по той простой причине, что вот эта вот армия, чтобы атаковала вот этот, эту армию. И тогда будет все хорошо. Давайте. Let's go. Вот, есть атака, и теперь нам предстоит выбор. Нужно атаковать. Нужно однозначно атаковать. Даже несмотря на то, что здесь у нас баланс сил какой-то там типа равный. Да, единственное, конечно же, у них три пушки. Местемет. Достаточно 4 стрелка. Вот гномы вот эти от меня, дальность. Урон от выстрелов. А, бросают топоры. Да, так, не атакуют летающих. Сила оружия 50, 48, 32, так, 47. Ну, как-то у меня более так послабже, наверное, может быть. Ну, ничего, я думаю, что мы их порвем. В атаку! Так-так-так, расположение наших войск мы не можем сделать, просто потому, что они еще не пришли. Да-да-да, и поэтому нам надо будет быстро, очень быстро вступать в бой, чтобы помочь нашим союзникам, пока они будут отвлекать наших врагов. Начинаем битву, и пошла наша армия в ход. Так. Сразу появляются наши солдаты. Нужно всю пехоту сразу же атаковать. Вернее, атаковать, конечно, не атаковать, а выводить в бой. Конница, конница. Давайте конница. Так, еще одна конница. Ctrl 2 мы их сделаем быстренько, 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 чтобы она уничтожала пушки. Сюда, это конница. Мстители вот сюда, это Ctrl 1. Катапульты Ctrl 3 гасят, пусть без перерыва. Давайте вот сюда сразу же пусть стреляют. Эти войска вперед вот сюда. Сразу атакуем. Так, первый. Давайте. Давайте. Так, первый. Вторые. Первый стреляем вот сюда. Вторые вот сюда. Быстренько. На пушки. На пушки. Здесь, я думаю, что должны справиться мои генералы. Вперед. Пушки у нас третий. Так, стреляем. Конница сюда, а вы сюда. Дальше здесь.
Здесь разметают отряд. Ой-ой-ой, вы видите, как пушки... Это по нам стреляют, ребята, пушки. Это по нам стреляют пушки и стрелки. Вы видите, что как разносят они моих орков. Просто-просто печально. Так. Давайте, давайте, давайте. Не стоим. Почему мы остановились? Почему мы остановились? Уничтожаем их. Просто уничтожаем. А уже убегает. Я в шоке. Я в шоке. Дальше. Двигаемся, двигаемся. А, у них не... Ой-ой-ой-ой. Вот это вот. Убрать, конечно же, этот значок. Убрать этот значок. Давайте, атакуйте их просто на колесницах. Так, два отрядика могут на этих напасть. Дальше, конница, не стоим на месте, не стоим на месте. Следующие пушки. Вот этот отрядик может добивать этих. Ай, как же много у них лучников. Они уже разобрались с того фланга. Так, значок действует. Тогда не стоит, тогда стреляем. Катапульты, катапульты гасим. Гасим. Блин, они не отвяжутся от нас. Они не отвяжутся. Генерал, ты куда, ты куда, ты куда? Давай вот сюда. Давай, 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 давай. Вот неугомонные гномы, они не бегут даже. Они даже не бегут. Так. Так. Так, вот так вот. Эти бьются с этими. Давай, помогай. Так. Давайте минус защиту в ближнем бою. Они перебили все мои ближние войска. Посмотрите, как эффектно они это сделали. Стрелки просто кромсают, просто выкрамсывают меня. Они просто меня уничтожают. Да, конечно, без бафов тут сложновато. Сложновато без бафов, очень даже сложновато. Да. Генерал только что держится, и все. Хотя, в принципе, отступайте, отступайте. Все, все побежали, все побежали. Ну, в принципе, нормально. Смотрите-ка, они разобрались со мной просто на ура. Ну, просто потому, что у меня не получилось расставить войска. Просто не получилось расставить. Незначительное поражение, да, незначительное. Как-то слабенько мои катапульты настреляли, а у них пушки, ну, не то чтобы много, у них стрелки хорошо, вот видите, они так ровненько так настреляли. Очень даже неплохо, и ближники тоже наубивали. Ну, вот не помогла вот эта вот моя армия, которая, ну, фактически была уничтожена под ноль. Ну, ничего, я просто отступлю и восстановлю, залежу раны и уничтожу их. Заново. Так, ну что ж, нормуль, действия вражеских героев. Пытается замедлить нашу армию провинции Черный Утес. Да, Вак погиб. Ну, что ж поделать. Бывает и такое. Воинственность плюс 4 в течение 3 ходов. Наверное, так мы и возьмем. Ну ладненько, ребята, здесь мы и уровень подняли, правда потеряли большое количество войск, основное из которых это двух стрелковых мы потеряли всадников, одного орочья колесницу одну потеряли, черных орков мы потеряли, в принципе войск мы потеряли достаточно много. Гномы тоже не обошлись без потерь, тем самым мы можем из замка уже попробовать атаковать.
Ну да ладно, здесь вот смотрите, у меня тоже войска восстанавливаются. Зато будет место для того, чтобы нанять троллей. Ну что ж, тролли, конечно же, великанов. Ну что ж, ребят, на этом я, в принципе, буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.